Привет, друзья. Вот интересное дело. Вы все точно знал, что нужно делать, что сказать, чтобы вас увлечь. Все в голове было ясно и понятно. Уже разложил в голове по пунктам. Первый пункт – это сказать. Помните, я обещал, обещание выполняю. Второй пункт я хотел сказать. Помните, я говорил о том, что буду продвигать всех, кто хочет. Помните? Третье я хотел сказать, послушайте внимательно, и вот еще одну вещь хочу сейчас сказать попутно. Все в голове вроде было, что сказать. Но вот начинается процесс сжатия времени. Это я вам рассказываю о психологии, как мозг работает. Заодно. Вот начинается сжатие времени, приближается момент, когда я должен нажать на кнопку и начать говорить. В этот момент начинает за счет сжатия времени подниматься напряжение нервно-психическое. И появляется суета мысли. И я начинаю путаться. Думаю, как же мне все за 5 минут, там все в голове, чтобы было ясно, как было 10 минут назад. Ну, вы представляете, да? Интересно, правда? То есть, оказывается, уровень нервно-психического напряжения зависит от времени, когда нужно быстро сообразить. Потому что внимание там сосредотачивается на чем-то, и полностью картинка расплывается. А теперь я успокоюсь, вот я сделаю какие-то движения, отпущу себя, и вы так можете сделать, когда чего-то ждете, беспокоитесь, как выступить, а вам выступать придется, сейчас объясню почему. И вот, как говорится, пыль осела, остался сухой остаток, ясное понимание, что надо делать. Все остановилось. Вот что я скажу. Я вам говорил об этом, что я буду вас продвигать. Обещание свое начинаю выполнять, потому что время пришло. Это первое. Второе. Вместе с этим я мультиэффектный. Я пытаюсь, и чтобы вы были мультиэффектные, чтобы вы могли быть многоэффективны, чтобы могли решать одним каким-то действием, как говорится, одним выстрелом сразу 10 зайцев. Для этого надо все связывать одно с другим, и когда что-то делаешь, все автоматически должно происходить, потому что я уже говорил, что жизнь есть само творчество, потому что если сократить из жизни все длинноты и повторения, это будет наилучшее произведение. А творчество такое. Я же еще говорил о том, что это хорошая площадка для того, чтобы выступая, тренировать у себя вот эти вот качества раскованного, свободного, естественного выступления. Вот я вам и предлагаю такую возможность. И последнее. Значит, каждый из нас, как я говорил в прошлый раз на видео, занимается чем-то. Я абсолютно в этом уверен. И мы Константина Михайлова уже показывали. Он делал видеоролик, чем он занимается, поиск мечты. Прекрасный совершенно. Да, мы еще из... Ну, показывали там рукоделия какие-то. Вот мне сейчас очень интересно. Я предлагаю вам, чтобы эту золотую рыбку мы вместе поймали. Вместе поймали, чтобы у каждого была возможность и выступить. И одновременно мультиэффектно и канал продвинуть. Потому что когда вы начнете выступать, то есть когда сходятся наши желания, открываются наши возможности. Вот таким образом, видите, как просто. Да, как просто. А мы говорим, золотая рыбка. Вот она. Она у нас, внутри нас. Да. И каждый занимается своим любимым делом. А сегодня трудные времена. А надо открывать свои способности, таланты, надо продвигаться, надо быть в своих делах как можно более успешнее. И когда ты становишься неповторим, ты становишься востребованным. Это правда, это так устроена жизнь. Поэтому давайте мы так делаем. Объявляю, каждый, кто возьмет, сделает видео, чем он занимается, что хочет рассказать о себе, о том, чем он увлекается,
А может, у него просто группа вопросов накопилась, и он возьмет себе, запишет эти вопросы и нам зачитает. Зачитает на видео, запишите себе на видео. Если у вас какие-то проблемы чисто технического порядка, обратитесь к нашему дорогому Владу Орлову. Я вам по секрету скажу, не откажет, он очень добрый, честно. Вы просто ему напишите: Влад, дай совет, как нам быть? Вот нам надо видео сделать, а как это сделать там? Как записать? Ну, он даст совет какой-то. Он же мне дал совет, он мне всегда советы дает. Мы же друг другу помогаем, вместе мы и сила. Вот же на в чем дело. Поэтому у нас одновременно и школа будет расширяться, и продвигаться мы все будем, и нас больше людей будут знать, и чем вы увлекаетесь, вы будете и в этом развиваться, и самое главное – выступать. Очень важно, чтобы вы сейчас, как и я, научился момент, когда надо выступить, вот этот пресс времени, вот остается минута, чтобы могли сделать какие-то такие упражнения, такие движения, раскрепоститься. О, я хорошо слушаю, это здорово, это так просто. Потому что если вы до этого занимались раньше базовыми приемами ключа, если вы пользовались этими приемами диамотонными, вы уже будете чувствовать, что надо делать со своим телом для того, чтобы быстро приводить себя в порядок и сохранять ясность ума и уверенность в себе во время выступлений. Это очень хорошая площадка для нас, для всех. До встречи, друзья!